Я что вы бы тоже так могли бы, между прочим, милая моя. Я? Да, но вы. Но у меня так никогда не получится. Что значит не получится? Ну, как бы не получится. Что значит? А у кого получается? Кто умеет вообще? Кто может? Вы думаете, кто-нибудь из них, вы что думаете, певицами рождаются? Да певицами становятся, милая моя. Благодаря мне. Вы только вот посмотрите, вы знаете, я вот этого я раскрутил, например. Ну кого? Ну вот этого, который... Девки голосистые звонко поют, и мне добрую молодцу спать не дают. Ой, да ладно. Что ладно? А вот да хотя бы ладно. Вот новое веяние, тоже мое. Вот это... А я вовсе не колдунья, я любила и люблю. Это мне судьба послала грешную любовь мою. Вот, милый мой, вот уже получается. А что-нибудь попроще можете? Ну, например? Ну, например, это самое... Ручка моя, я твой лобик, жучка моя, я твой бобик. Вот, а вы говорите, не получится. Да я вас так раскручу. Вы что, да я вас так раскручу. На миллион, о, уже на два. Ой. Не, на три, мелочь, ой, себе оставьте, милая моя. Ой. Я вам отвечаю, вы через полторы минуты у вас прорежется такой голос, что лампочки погаснут. Ну что ж, я вас обнимаю. Говорят, значит, национальный гаданы. Это очень точно, ведь все сбывается. Если ты найдешь вот этот шарик, я буду за куртит-мурти делать, твой любимый будет у тебя под колбуком. Смотри внимательно, здесь нет шарик, здесь нет шарик, здесь шарик есть. Внимание, смотри, крутим ему сюда. Ну, покажи где. Молодец. Отгадался. Да. А теперь смотри второй раз. Я буду делать совсем быстро. Смотри внимательно. Ну? А, какой ты неправда сказал. Нет, здесь смотри, я сам забуду. Молодец тебе. И я тебе показываю третий раз. Крути-мурти делаю. Смотри. Оп! Где шарик? Вот здесь, пожалуйста. Нет здесь шарика. А вот здесь? Это здесь тоже нет шарика. А да, вот здесь вот есть он? Конечно, здесь он, а тоже нет. Тогда пройдемте. А, ты что, шутку не понимаешь? Эта игра называется «Старинная игра, отгадай шарик». Вы же, у русских есть эта игра «Отгадай мелодию», а у нас такой национальный игра «Отгадай шарик» есть. Идет внизу? А мне? Сейчас вызовем его дух. Смотри внимательно. Миша, появись. Вызываю дух Миши, Миша, по... Вот он. А пора уже было ему появиться. Да. Больной. Внимание, спокойно, Миша. Вызываю дух Миши. Миша. Вот Миша. Не плачь, не плачь. Я сказал, что я вызову его. Не он... Сейчас... А пора бы уже ему! Внимание! Спокойно, спокойно! Дух Миши! Дух Миши! Появляется дух! Миша? Кто? Нет! Может быть, по фамилии лучше? Но дух от него! Ты думаешь? Давайте попробуем по фамилии. Ашумов! Дух Ашумова Миши! Нет, неправильно. Миша Ашумова дух. Миша Ашумова дух. Вот он. Вот он. Раз вы меня вызывали, я пришел. Слава Богу. О, ну где ж ты ходишь так долго? Ну вот,
Дорогие мои, я свое дело сделал. Мое закончилось. Да. Знаешь, так надоело быть женщиной. Вы уж разбираетесь сами, а мы снимаем парики, смываем наколки и раз, и два, и ела, ада, Знаете что? Хорошо сидим. Это правильно. Вот сиди, 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 не хватает. Давай споем. А я знаю. Вот тут. Я эту мелодию отгадаю. Пяти минут. Мурка. А я вообще не угадаю. Мурка. Нет, ну, ребят, неужели вы не знали? Это замечательно. Давайте, давайте просто споем, а? Вот попробуй. Только вы попиваете. Хорошо, попиваете. Да? Да. Если вы нахмурясь, выйдите из дома, если вам не в радость солнечный денек, пусть вам улыбнется, как твоей знакомой, с вами вовсе не знакомый встречный паренек. Вместе и улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Если новый русский, о, сидя в Мерседесе, вас обрызгал грязью, да плюньте вы на них. Действительно, какие проблемы. Помните, как много русских есть хороших. Их в метро гораздо больше. Ездите в метро. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. В натуре. И хорошее настроение не покинет больше вас. Если вдруг с балкона бросят сигарету, попадет окурок вам за воротник. Помните, как много есть людей хороших. Может, вам с балкона кто-то выбросит балык. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Но если вам куплеты наши надоели, да не, ну чупой, вежливо поставим мы последний штрих. Помните, как много куплетов есть хороших. Их у нас гораздо больше, помните про них. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз.